Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и сегодня я вам расскажу, что дальше будет в ТО-маркете. Думаю, многие дождались этого 2 сентября, потом и 3, и никакого аирдропа не получили. Итак, объясняю, что же будет с ТО-маркетом. Итак, как вы видите, в, значит, боте появилась вот такая вот кнопка. Ну, у меня это Silver, получается, 4. Добавили лиги. Лиги эти можно прокачивать за вот эти вот звездочки. Звездочки можно получать вот конкретно за результаты игры, то есть вот эта таполка, где нужно ловить помидоры, за ежедневные проверки, просто каждый день заходить, частота фермерства, где каждые 8 часов забирать, ежедневный загадочный код, если что, это комбо, я выкладываю его вот в этом канале, LH Crypto Combo, переходите, вот, там нужно просто кликать на картинки, которые появляются, и все, и вы получите награду. Значит, завершение задач — это раздел, вот этот вот задание, здесь нужно выполнять разные задания, вот там за подписки и так далее, то есть просто довольно это все просто выполняется. Вот, к сожалению, в этом эмуляторе, кстати, многие спрашивали, как называется, он называется LD Player 9, он намного лучше, чем BlueStacks, и можете его использовать на любом компьютере или ноутбуке, если вам нужен эмулятор андроида. Ну что ж, вернемся к ТО-маркету. Итак, что же будет, почему нет никакого аирдропа? Смотрите, по сути, ни про какой аирдроп реальной речи не шло, потому что, перечитав их посты, я понял, что речь шла о снимке, о снапшоте, который был сделан 2 сентября, и следующий снапшот будет сделан в октябре, и уже когда-то, опять же, тут никаких дат не называется, вы получите аирдроп по итогам вот всех этих снапшотов. И задача, по сути, собирать звезды. Звезды я уже перечислил, за что можно получать, в том числе, кстати, за рефералов, да, мы там последний пункт не рассмотрели. Самое интересное, друзья, несмотря на то, что у меня типа Silver 4, и это реально очень мало, потому что у меня тут написано всего 15 их, просто посмотрите, как при заходе в игру, вот, кстати, канал по таплкам, тоже подписывайтесь, мне показалось, что у меня 219 этих звезд. Поэтому я не совсем вообще понимаю, куда эти звезды все идут и как они вообще зарабатываются, но у меня вот написано, что 219, но при этом засчитал только 15. Видимо, это 219, из них 204 за рефералов, а 15 я именно нафармил. Ну окей, возможно, это так. Что сказать? Ответ на вопрос, который вы видите в названии этого видео. Нужно просто продолжать играть. Если вы хотите в любом боте, в любом, наверное, кроме доксов, ты тоже там даже надо было каждый день заходить, хотите получить аирдроп, механика play to earn подразумевает то, что вы каждый день уделяете этому 2-3 минуты, и все. А тут, ну тут чуть больше, если вы будете выполнять все билеты, это занимает где-то 5 минут. Комбо 10 секунд. Выполнение задания, ничего там зайти, просто кликнуть, все. То есть каждый день уделяете 5 минут, и вы реально получите выхлоп. Потому что вот человек, который каждый день заходил в приложение Docs, ну который вот недавно залистился, получил... Если он каждый день заходил и выполнял все задания, он получил 70 тысяч доксов. Это примерно было на... Ну, в пике это было где-то 8 тысяч рублей. Неплохо? Неплохо. За то, что пару раз... Один раз в день надо было заходить? Отлично. И такова механика всех Play to Earn. Вам нигде не заплатят за то, что вы просто один раз зашли. Это слишком мало, потому что... Тогда, если бы всем платили условно в одинаковые пропорции, то зачем тогда нужны инфлюенсеры, которые приводят рефералы? Зачем нужны просто игроки, которые уделяют этому время, если бы всем платили одинаково? Поэтому, друзья, если вы хотите получить аирдроп, то в любом проекте нужно ему уделять время. Так что обязательно, если вы еще, не знаю, мало ли так получилось, что вы в автоматы не играете, то обязательно переходите по ссылке, играйте. Переходите в телеграм-каналы с комбо, обычный канал, кстати, вот пока сидели, плюс один подписчик, найс, и канал по таплкам, обязательно везде подписывайтесь, выполняйте тут задание, и вы получите свой аирдроп обязательно. Кстати, для, значит, получения будущего аирдропа вам нужно иметь кошелек BitGet. Вам в любом случае надо его завести, иметь на нем хоть какой-то баланс. Еще вот, опять же, видел очень много комментариев в разных пабликах, у нас в чате, типа, а зачем? Зачем там иметь, типа, баланс? Друзья, если вы хотите получать аирдропы не только от томата, а вообще от любого, просто от любой таплки,
вам нужно иметь гретый кошелек. Если вы хотите погружаться в крипту, вам необходимо хоть что-то иметь за душой, скажем так. Там требуется всего 1 доллар. Вы думаете, это меньше 100 рублей. Просто купите себе 1 тон. Ролик есть на канале, можно найти, как купить тон. И вам этого хватит просто навсегда. То есть это будет где-то у вас там 500 рублей, и вы будете там, там 50, там 50, там 100. Распределите, и в итоге вы получите результат, которым я делюсь вот в телеграм-канале. И вот, друзья, только что, буквально минуту назад, две минуты назад выкатили разработчики пост, где как раз-таки и огласили всю информацию. Мы запустили систему уровней, которая определит сумму вашего аирдропа. А ТГЕ, то бишь аирдроп, он будет в конце октября. Вот он, в конце октября. И какой, в соответствии с таким, какая у вас будет лига, вот этот уровень, такой будет размер аирдропа. Надеюсь, всем все понятно. На этом со всеми прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всем пока.